Привет! И сегодня у нас обзор на коробочный сервис Сефора или Сефора, как кому нужно, тот так и называет. И да, тут еще предлагалась бумажечка, сколько здесь продуктов, но я вам так на память покажу быстренько. А то она у меня лежит, нехорошо людям не показывать. Так, давайте рандомно, с чего мы начнем. Рандомно это такой от Биотерм Аквасорс. Кстати, очень приятно пахнет. Буду с удовольствием пользоваться. Да, тем более такой сэмпл, я думаю, придет совсем по душе. Этот гель, значит, для нормальной и комбинированной кожи, увлажняющий. Буду пробовать. Теперь. Шисейда Зинза Токио, наверное, или Чинза, или Жинза. Жинза. Modern Matte Powder Lipstick. Матовая, в общем. Помада в оттенке 505. Пип Шоу. Кстати, очень классный цвет. Пахнет чем-то приятным. Я думаю, я с удовольствием ей буду пользоваться. Она классная. Оформление просто милота, да. И цены я буду размещать в видео. Теперь. Нам попадается Lancaster 365 Skin Repair. Дневной крем 15 мл. Омолаживающий питательный дневной крем. Такой он по консистенции. Кстати, очень приятно пахнет чем-то косметическим. Сейчас посмотрим, как он впитывается. Немножко с ним посижу. Так что Lancaster у меня есть мицеллярная, кажется, от этого бренда. Буду пробовать для себя. Но я думаю, что мне понравится. Потому что не Lancaster дневной крем. Извиняюсь, что вела вас в заблуждение. Но вообще... Фирма нормальная, Lancaster. И теперь Рен. Ультракомфортная маска. Это маска для чувствительной кожи лица. Рен тоже неплохая фирма. У меня есть кое-что от Рен. Посмотрите, тут фольга и защитная. Приятно пахнет. Буду пробовать и свое мнение вам скажу. Так, что-то я засвечена сильно. Ну ладно, на ремонтаже это нивелируется. Теперь Laneige. Sleeping Care. Маска сонная ночная. Как сонная, да, она называется так, слепи. Бальзам для губ от Laneige мне нравится. Это чем-то по запаху напоминает
Ну, типа как у биотерма с ночным планктоном, с ночными водорослями. Ну, буду опять же пробовать, потому что когда я часто встаю утром после масок, у меня жирнится лицо. Так что я в поиске своей идеальной, после которой лицо жирниться не будет. Буду пробовать эту. Теперь тут небольшой подарочек. Это маска ночная для губ. Я, кстати, сравню. Купила я подделку в Топсе или нет. Попробую. Тогда уже буду знать, обманули меня или нет. Ну и, как водится, Sephora с ромашкой. Очищение, увлажнение. Снятие макияжа с глаз. Ну, попробую. Должно не щипать глаза. Вот здесь такая защитная штучка. Хорошо, Sephora, молодцы. Запах такой нейтральный. И она... Ну, как бы двухфазная, да, наверное? Насколько я понимаю. Ну, буду пробовать. Умывалок не бывает много, тем более тех, которые смывают макияж. Теперь. CC Water крем а-ля Centella в оттеночке светлом. Насколько я понимаю, этот крем CC, он подстраивается под ваш цвет лица, если я правильно помню. Ну все, опять я тут размещу, что это, где это. И цену тоже здесь где-то укажу. Следующая. Джон Фрида Volume Up. Кондиционер. Для создания естественно объема волос 50 мл. Честно говоря, я как-то делала пару лет назад эффект моих волос, а потом немножко на это дело подзабила. Но начну, пожалуй, заново. Уж очень мне нравится эффект. Кстати, можно будет для бритянок этот кондиционер наверняка использовать. Вот такая у него консистенция. В принципе, приятно пахнет свежестью. Возьмем бутылочку Sephora. И вытрем. Теперь. Make up forever. Water tone. В общем, на английский манер читаю. Тут, кстати, можно кисточку купить и спонжик. У меня Makeup Forever, кажется, есть пробнички консилер под глаза, последний. Последний, который они выпустили. Но там просто нужна капельку. Он все пространство покрывает, и он липкий. Но я потом обзор тоже сделаю. А вот пока тон. Его тоже попробую. Здесь 1 мл. Ну, не знаю, если что, смешаю с кремом тональный. Ну, вроде, чтобы получить BB легкие, но не знаю, я как-то вот смешивала эти продукты. Но мне понравилось. Вот сейчас, кстати, тональный от Эвелин у меня с кремом подороже смешан. И ничего, вроде бы сильно в поры не запал. Хотя жара, и кожа у меня комбинированная и склонная к жирности. Так что вот так, это буду тестить, всегда пригодится в хозяйстве тональный. Да, и кстати, макияж, который на мне, косметикой, которой я пользовалась, я внизу в инфобоксе укажу. Ну, я решила так, по минимуму воспользоваться косметикой, потому что жарко. У меня тут жарко, у меня тут осветительные приборы. Так что не знаю. Кстати, попозже вам скажу, сколько... Тональный смешанный с кремом
продержался. Но, наверное, не в этом видео, а в следующем. Так, давайте еще посмотрим, что тут у нас осталось. Это Skin Hero, Hero Skin с имбирем, без силиконов. Это что у нас? Крем с невесомой текстурой. Ну что ж, ну-ка. Тоже приятно. Кстати, пахнет средством немножко имбирем и средством для загара, до или после. Очень пахнет. Кстати, SPF есть в нем здесь? Кстати, тут написано «Идеальная кожа за 7 дней». Есть ли SPF? Но я выясню и напишу где-то здесь. Нормально пахнет, впитался все. Липкой или жирной пленки не оставил. Так что будем пробовать его дальше.